пожаловать на русский урок. У меня растут года. Будет мне 17. Где работать мне тогда? Чем заниматься? Я учитель, детсад. Я работаю в школе. Я преподаю русский язык. Я учительница русского языка. А teraz przejdziemy do назв некоторых заводов. Актер, актриса, бухгалтер, автомеханик, слесарь-сантехник, адвокат, юрист, судья, прокурор, полицейский, спасатель, кондитер, повар, уборщица, медсестра, медбрат, врач, дизайнер интерьера, фармацевт, садовник, шофер, водитель, строитель, инженер, пилот, археолог, электрик, журналист. Я учительница. Я работаю в школе. Я работаю учителем английского языка. Работать. Где? Работать. Кем? Pytając o zawód mówimy: Как тебя зовут? Как вас зовут? Кто вы по профессии? Oczywiście prawidłowa odpowiedź to Кто вы по профессии? Albo po prostu Кто вы? Кто я? Я учительница. Где я работаю? Я работаю в школе. Что я преподаю? Я преподаю русский язык. Кто я по профессии? Я учительница русского языка. Актер работает в театре. Автомеханик работает в автосервисе. Кондитер работает на кондитерской фабрике. Врач работает в больнице. Фармацевт работает в аптеке. Инженер работает на фабрике. Журналист работает в редакции газеты. А кто вы по профессии? А где вы работаете?